А теперь коротко о других новостях. Никто не виноват, следствие завершено. Речь идет о 14-летнем подростке в Муроме. В начале лета с ровесниками он купался в запрещенном месте. Доплыл до Бакина. Друзья развернулись и поплыли к берегу, а у него не хватило сил. Мальчик утонул. Были доброшены должностные лица местной администрации, руководители и преподаватели школы, где учился подросток. Поскольку в этом месте запрещено купаться, списали все на несчастный случай. Разве что от главы округа Муром потребовали принятия дополнительных мер безопасности населения, в первую очередь детей у водных объектов. Во Владимирской области завершается подготовка к единому дню голосования. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, специалисты учат организаторов выборов, как эффективно урегулировать конфликтные ситуации в ходе избирательных кампаний. 8 сентября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Будут выбраны главы Мурома и Собинки, а также депутаты в 48 муниципальных образованиях. Всего замещается 470 мандатов. Владимирские самбисты завоевали 3 медали в Крыму. Там прошел всероссийский юношеский турнир «Кубок двух морей 2019». В состязаниях приняли участие более 600 спортсменов из всех регионов России. Воспитанники областной школы Олимпийского резерва по самбо имени Чичваркина завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медали. Лучшими в весовых категориях 84 килограмма и свыше 84 стали Михаил Гоголев и Илья Мешков. Бронзовый призер в весовой категории свыше 84 килограммов Даниил Шариков. Для наших ребят турнир стал этапом подготовки к первенству России, которое пройдет в октябре в Новороссийске.